Мало кто говорит в интернете о том, как все-таки сделать возврат средств с приложения Instagram. В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу подробно и покажу, как сделать возврат средств по разным причинам. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, смотрите, друзья, ситуация быть может какая. Допустим, вы купили какой-то товар, вам предоставили какую-то информацию, там какой-то товар, вы его купили, но он пришел дерьмовый, там, и вы оплатили уже этот товар. Как вернуть деньги? Этот вопрос тоже будет открыт, мы его разберем, я вам покажу все доступные ссылки и скажу, в принципе, какое письмо будет годиться для всех и других вариантов. Следующий момент, это когда вы запустили рекламу просто самого YouTube, когда вам предлагают купон, вы там его используете якобы и продвигаете свою публикацию, товар, там трафик на сайт, там больше сообщений и по вашему усмотрению, по вашим настройкам. Вы, когда выставляете сумму на день и на какой период, вы видите, какой трафик будет минимальный, максимальный привлекаться на вашу страницу. То есть это есть основа. Вы должны отталкиваться хотя бы от минимума. Если вы не получаете минимум, имеете право сделать возврат. Так, давайте же приступим и к делу посмотрим, как это все дело делается. Значит, смотрите, все будет предельно просто. Вы переходите по ссылке именно через ПК или ноутбук, через телефон не будет. Нажимаем «Начать» и загружается страница. Нужна помощь с рекламой. Вот именно сюда и кликаем. Опускаемся ниже. Здесь нам нужно будет выбрать наш аккаунт, именно за которым аккаунтом проходила реклама и прикреплена бизнес-страница. Вот. Выбираем здесь нужную нам причину, ее не будет, она будет в самом низу. Выбираем другое, прогружается страница. Здесь мы подтверждаем электронный адрес или пишем другой, который нам нужно будет, чтобы они нам ответили. Номер телефона уже должен быть закреплен, на всякий случай перепроверяем. Пример письма будет в описании под видео. Там все просто, легко и доступно. Просьба и негодование, по сути, все. Прикрепляем нужные файлы. Те, которые сделаете скрины через Instagram, телефон, неважно, и отправляете. То есть отправляете письмо и ждете ответ. Следом за этим на указанный адрес электронной почты нам прилетает вот такое вот письмо. Здравствуйте, мы получили ваш запрос, контролируемый номер такой-то, мы тополя, то есть проверяете информацию такая-то, ожидаем, все, просят нас убедиться, чтобы такой-то адрес не попадал в спам. Все, ждать, короче. Но, по крайней мере, мы дальше можем уже переписываться конкретно по электронной почте с вашего почтового ящика. Это плюс. И недолго длились эти удобства, как с ее стороны не получилось сделать возврат. Она начала дать мне другие ссылки. То есть я переходил по этим ссылкам, с телефона ничего не мог отправить. То есть с одной у нас не получилось, она мне скинула еще 4. То есть я в описании оставил только самые актуальные для вас. И я наглядно вам сейчас покажу, как заполнять, что писать. И в принципе все будет вам понятно. Так как вот сами видите, я подготовил уже письмо, вы можете нажать на паузу и, в принципе, с ним ознакомиться, либо же перейти в описание и все сделать. Так давайте же перейдем по примеру первой ссылки, то как мне скинули, я сейчас скопирую, мы видим в браузере, я уже вот зашел, в принципе, вот здесь я выбрал эти пункты, то что у меня вопрос по оплате, я указываю номер вот этот, который нужно указать именно по платежу, отправляем скрин, конечно же, и у нас здесь вылетает вот такое-то сообщение, что невозможно, в общем, дальше работать. То есть есть ошибка, а есть должна выскакивать нормальная. То есть вот в данном случае вот эти две ссылки, они одинаковые, вспомогательные. Точно так же копируем, переходим, вставляете в поисковую строку и заполняете данные. Что вам здесь нужно указать? Я уже выбрал, то есть выбираете рекламу, указываете ваш профиль, ниже выбираете то, что нету подобного вопроса, и опять же копируете этот текст, вставляете и прикрепляете сразу же все номера, либо же по одному. Я сделал по одному по оплате, то есть вот я их здесь замазал. Можете сами вставлять сразу все, можете по одному, то есть тут разницы не имеет. Но скриншот получится прикрепить только один, поэтому лучше делаем по одному отдельно каждый, чтобы было им понятно, доступно. Вот. И, конечно же, не забываем добавить к каждому номеру по оплате скрин. Все, этот скрин будет доказательством то, что действительно оплата была снята, хотя они это и сами в принципе видят, но это их принципы требуют эти кирпич скрины. Поэтому, поскольку мы все это заполнили, нажимаем отправлять, информация грузится, она сейчас перекинет на наш личный профиль.
том, что будет указан номер обработки, ваш номер аккаунта, номер оплаты. Вот говорится, что мы благодарим, та-та-та-та-та. Все это вот доступно, то, что мы можем перейти в службу поддержки, если возникнут какие-то вопросы. Сейчас страница генерируется на главный экран. Вот здесь вся доступная информация, номер аккаунта, номер обращения, по какому вопросу, описание и так далее. Все. Нам осталось ждать ответ. После того, как мне будут какие-то ответы приходить, я уже запишу следующий шаг. Вот, друзья, вы все прекрасно видели. Я думаю, тут доступно, понятно. Если будет что-то непонятно, опять же, напоминаю, все ссылки будут в закрепленном комментарии. В описании под видео точно так же эти ссылки будут. То есть это техподдержка. Было понятно, письмо выглядит должно таким образом, что вы не получили должного результата, вы разочарованы. Скажите, что хотите вернуть свои средства, они могут вам вернуть какую-то часть, либо же в 100% объеме. В любом случае это лучше, чем ничего. Попрошу не затрагивать тему купонов, потому что за купоны вам точно не вернут, точно будут морозиться, перекидывать с одной ссылки на другую ссылку техподдержки. Вот так вот это займет очень большое время. Сразу же пишите по первой ссылке, которую я указывал, она сразу идет в описании. Описывайте вашу проблему, говорите так, что вы не получили должного образа там, а еще можно ссылаться на то, что кто-то сделал за вас случайно там. Попросите извиниться, скажите, что ограничите доступ, там, возможно, детей или еще кого-то. Это точно сработает. После того, как вы это сделаете, обязательно пишите в комментариях, поставьте лайк, чтобы люди видели, что действительно способ рабочий. И этим самым мы поможем другим. Дальше больше, скоро увидимся.